Во дворце спорта «Спартак» состоялся первый этап Кубка Московской области по борьбе на поясах. Это древний вид спорта, заключающийся в единоборстве двух подпоясанных борцов в стойке. Подробнее в нашем сюжете. Соревнования по борьбе на поясах начались с минуты молчания. Участники почтили память яркого политика, основателя и председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского. Монументальный человек, который стоял в основе российского парламентаризма, который задавал самую высокую планку политического деятеля и удерживал ее более 30 лет. Это действительно был человек высоких знаний, и все те высказывания, все те пророческие высказывания, которые он говорил, сейчас обретают уже вполне понятные очертания. Первый этап Кубка Московской области по борьбе на поясах проходит в Люберцах впервые. Всего запланировано 4 этапа в разных городах Подмосковья. Сегодня в соревнованиях принимают участие около 70 спортсменов из Люберец, Раменского, Воскресенска, Котельников, Дзержинского и Москвы. Так как этот вид спорта является также достаточно развит в азиатских странах, пригласили диаспоры Таджикистана, диаспора из Киргизии, Узбекистан, то есть достаточно обширная география. Возраст участников от 18 лет. Это опытные профессиональные спортсмены. Среди них победители и призеры первенств и чемпионатов мира. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.